Охотников, всем привет! Сегодня мы отправились на березовую протоку, на щуку, на жерличную снасть. Будем сегодня ловить щуку. Идти нам также 1,5 километра, как в прошлый раз. Прошлую рыбалку вы можете посмотреть, как мы на этой березовой протоке ловили щуку. Конечно, не так уж и много ее было. Надеюсь, в этот раз нам повезет. Значит, притопали мы на место, расставили 24 жерлицы и надеемся на хороший клев. Мы надеемся, что будет сегодня у нас щука в наших руках. Всем привет! Приехали порыбачить мы сегодня на жерлице. Погода солнечная, безветренная, хотя утром было минус 18 градусов. Надеемся поймать сегодня щучку, провести хорошо время, отдохнуть на природе. Молодец! Есть у нас первая щука. Марина поймала. Есть! Третья сработка. Сейчас посмотрим, что там. Мотает. Да, мотает. Есть! Есть контакт. Вот она, дорогая редакция. В этот раз мы будем цеплять под плавник, потому что малек маленький и через жабры не проходит поводок. У меня встал. Вы ничего не подумайте, флажок встал. Четвертая сработка. О, а шкатушка слетела, бля. О, есть. О, хорошая. Сосед по рыбалке достал щучку. Пятый флажок сработал. Нету. Шестая сработка. Вроде мотает хорошо. Вот сейчас перестала мотать. Сейчас мотала вначале, сейчас пока перестала. Она сейчас его заглатывает. Слушай, надо иногда все равно проверять ходить. Ну короче, смотрим. Да, конечно, проверим. Есть. 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 О, есть контакт. А Марина, молодец. У меня с собой ножницы. Где наша коллекция? Пять штук. Пока что пять рыбок, пять щучек. Так, это у нас какая? Седьмая сработка? Да, седьмая сработка. Ну там ничего нет. Просто ударил. Нету. Нету.
Есть. Есть, да? О, вижу, вижу, вижу. О, небольшая. А Марина, молодец. О, термос пыляется. Видать, свое отслужил. Внутри стеклянный, стекло разбилось. Ой, блин, заберите с собой нафиг на мусорку, выкиньте эту хрень, а. Мне вот интересно стало, что на этой палке висит. Здесь сетки, видать, ставили. И вот, что я тут обнаружил. Целая связка ключей. Видать, кто-то потерял. Вот еще одна связка ключей. И вот такой мощный гаражный ключ еще. Сейчас взвесим наших щучек, сколько там, 205 кило. Одна щучка, давай вторую. Самая маленькая, что-то там, 600, короче. Да, около 545. Угу. В итоге у нас пока 6 штучек. Время сейчас уже 11:30. Так, 9-я сработка или 10-я, я уже с счета сбился. Не, нету. Нету. 10-я сработка. Прям рядышком взяла. О, есть, мотает, мотает. А, сошла. А, нет, сидит. Да нет, сошла. Сожрала живца. Но она сидела. Видать, слабенько зацепила. Так, цепляем за горб. Одиннадцатая сработка. О, красотуля. Так, 12-я сработка. Есть, есть. Ух ты, большое что-то. Да, крупное. Ну, нормальная такая, смотри. Хорошая. Давай сюда. А Марина, молодец. Есть еще одна. 9-я щука у нас за сегодняшний день. Было 14 сработок. Я уже не помню, сколько было сработок. Небольшая. В прошлом видео было также про березку. Посмотрите у меня на канале, найдете. Вот до сих пор вот эти стружки остались. Здесь по берегу их раскидали. У мужика тут сети сняли, короче, вот. И он решил отомстить, раскидав стружку, ну еще и песка тут насыпал. Закончили сегодня мы нашу рыбалку. Сегодня у нас попалось 9 щук небольших. Расставляли много жерлиц, было 24 штуки. Сегодня, как всегда, нам помогала в этом Марина. Марина, молодец. Сегодня нам погода фартанула, сегодня солнечно, ветра практически не было. Рыбу сегодня мы не жарили. Ну и, друзья, не забываем подписываться на канал, участвуйте в розыгрыше. Предыдущий ролик у меня про розыгрыш можете посмотреть. Подсказка будет в правом верхнем углу. Участвуйте. Ну и, в общем, всем ни хвоста, ни чешуи. Всем до следующей рыбалки.